Добрый день, здравствуйте. Сегодня с вами приготовим сладкие гугалы, то есть сладкие колобки. Для этого нам понадобится мука просеянная, теплое молоко, сахар, дрожжи, сметана, 80 грамм масла, которого нет пока на столе, молоко, дрожжи, сахар и 2 столовые ложки муки. Перемешиваем и оставляем минут на 5-10. Чтобы дрожжи чуть-чуть разошлись. И дальше добавляем одно яйцо и сметану. Эту сметану приготовила я сама. Видите, какая она густая? Можно приготовить со сливок или с молока. Если вам нужна закваска, обращайтесь ко мне, и я помогу вам ее достать. Добавляем, значит, по рецепту и половину муки. После того, как добавили муку, хорошенечко перемешаем и добавим масло. Масло не топим, просто размягченное масло в микроволновой печи. Чуть-чуть все перемешали. И добавили остальную муку. Вот такое тесто нам намешала наша машина. Выкладываем на стол и придаем ей форму шара. Покажу вам, какое тесто получилось. Посмотрите, какое прекрасное тесто. Но не переживайте, все это можно замесить и в обычной миске. Это быстро и удобно, и возиться с аппаратом не надо. Так что на любителя. Теперь тесто оставим на час, чтобы оно дало подъем. Берем, я использую вовнутрь сливочное масло в начинку, где-то у меня здесь 150 грамм. Добавляю, я его чуть-чуть разогрела, подогрела в микроволновке, добавляю муку и сарыкёк у нас называется, а так это желтый корень имбиря, или же его в упаковках пишут как сафран, не шафран, а сафран. Добавляю туда сахарную пудру и сахар, ванильный сахар. Хорошенечко перемешиваю. Начинка готова. Начинку правильно готовить, когда она совсем превратилась в мелкую крошку. Тесто, видели, поднялось. Теперь мы его разделим на шарики и будем раскатывать. Как заметили, тесто у меня мягкое, но в то же время очень хорошо поддается подкатке. Подкатала шарики. Я буду катать по 6 штук, поэтому если вы умеете открывать большие круги, то можете сделать всего 10 штук из этого теста и раскатать, и смазать каждую, накладывая друг на друга. Вот это дело можно поручить, кстати, детям. Они вам очень будут благодарны за то, что вы им дали помочь, а вам будет легко и быстро справиться с этим делом. Смазываем, раскатываем и смазываем каждый корж, накладывая друг на друга. Ну, это не коржи, а это, у нас говорят, юха, у вас не знаю. Вот так закручиваем крайние. Нарезать удобно не ножом, а если у вас есть ножик для пиццы, это очень быстро нарезается и удобно. И потом оставшиеся делим пополам, тоже закручиваем вот в такие рулетики. Килограмма муки получается 24 гугала. Хотите их делайте сладкими, хотите солеными. В следующем видео я покажу вам, как их делать солеными, а это сладкие. Вот у меня, значит, здесь пока 14, а потом еще будут. Я раскатаю еще 6 штук. Завернула я их в такие рулетики. Теперь красивой стороной ставлю на доску и двумя пальцами как бы вхожу как посерединке, выдавливаю вот такой стаканчик. В стаканчике наполняю начинкой, не закрывая сразу. Я их все заполню, и если осталась начинка, я распределю по каждому стаканчику, чтобы у вас не оставалось лишнее. Как же дальше? Дальше вот так берем, увидели, по краям защипнули, а потом следующие края тоже на них нахлёстом тоже защипнули. Красивой стороной поворачиваем вверх и ладонью поправляем
Получается вот такой круг, колобочек. У нас это называется гугал. Теперь оставляем на полчаса под пленкой, чтобы они дали подъем. Через полчаса возьмем яичный желток, шафран, теперь уже не сафран, а шафран, который заварили кипятком. Добавляем в эту яичный желток, перемешиваем хорошенечко и намазываем на наши гугальчики. Берем вилочку и делаем две дырочки, чтобы лишний воздух выходил с них и получалось ровно, а в кривкость все не пошло. Посерединке можете отметить или орешком, или, если есть кюнджутом, что у вас есть, светлым маком тоже можно, чтобы было отличить это сладкое, а другое там соленое. Духовка 200 градусов, выпекаем 20-25 минут. Смотрите, какая у вас духовка. Вот такого цвета у нас получаются гугалы. Вкусные, нежные. Обычно вы обижаетесь, а вот не разрезала. Вот я и разрезала, хотя они еще горячие, они должны чуть-чуть остыть. Вот такие получаются они. Прекрасные, хрустящие. Снаружи мягкие, внутри. На следующий день они великолепные. Они 2-3 дня остаются такие мягкие, нежные и вкусные. Готовьте. Если хотите поддержать мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы мои видео находили вас. Я же, в свою очередь, буду искать вам интересные рецепты, готовить и делиться с вами. А пока-пока-пока. Желаю вам успехов, счастья, здоровья и мира над головой, потому что это самое главное для нас, для наших детей. До свидания.